Быть донором крови почетно, ведь это спасает жизни. Люди идут на донацию по воле сердца. Не у всех есть возможность сделать это в будние дни. Потому на станции переливания крови в Щелково в обособленном структурном подразделении Московского областного центра крови раз в месяц проходит субботы донора. У всех, конечно, причины разные. Но, как правило, вот эти субботы, которые нам выделяются, это такой своего рода маркер человеческих настроений, судеб. Вот, когда люди, несмотря на день рождения, на заслуженный отдых, на возможность поспать подольше, поесть что-нибудь такое вкусненькое, они приходят, соблюдая все условия сдачи. И, как правило, это очень, скажем, добросовестные доноры. Пройти донацию может любой желающий совершеннолетний гражданин, не имеющий временных и постоянных противопоказаний. С собой необходимо иметь паспорт и СНИЛС. Есть те, кто приходит сдать кровь далеко не в первый раз, но и новых доноров становится все больше. Людям важно помогать друг другу. Каждый из них когда-то для себя решил стать на путь благородного дела, очень важного. В эту донорскую субботу на станцию переливания пришли 55 человек. Удалось получить порядка 25 литров крови. Анна Балиет, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.